Тольятти ликвидировано открытое горение на крупнейшем в России заводе по производству металлических дверей. Пожар в покрасочном цехе завода «Ферони» начался 13 мая поздно вечером. Его площадь составила порядка 20 тысяч квадратных метров, площадь обрушения – 5 тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены более 300 человек, использовалось около 70 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. Пострадавших нет. Мэр Тольятти Николай Ренц писал в своем телеграм-канале, что тушение было осложнено тем, что в гидрантах не было воды.